Сказали, что принц приезжал. А я, опять же, по вашим соцсетям знаю, что вы были в этом году, раз мы про год говорим, и в Турции, и в Эмиратах. Но вот не могу я не предположить, что там вам не говорят, что Рамзан, ну что ты с этими неверными связался? Давай-ка лучше вот строить что-то такое на основе ислама вместе с нами. Говорят же? Нет, конечно. Нет? Если вы заметите, у меня всегда... Бывает, когда я встречаюсь, официальная встреча, бывает всегда российский флаг. Угу. С одной стороны чеченский, с другой стороны российский флаг. Заметил, да. И поэтому я не дал повода ни одному человеку, чтобы со мной вели такой разговор. Да, я не маринетка. Да, угу. У меня свои видения, свои цели. И со мной такие разговоры не могут вести ни один человек, ни одно государство. И я служу своему народу. И этот выбор моего народа. На референдуме наш народ определился и сказал свое слово, с кем мы хотим жить, и приняли конституцию, и определили правила жизни. Поэтому это для меня святое. Я служу своему народу, и мне моя религия не запрещает, так скажем, работать с христианинами или там евреями, другими. Наоборот, если тебе разрешают молиться, строить мечети, ты обязан защищать это государство и служить, так скажем, президенту этого государства. Верно. Но...